Сургутские гимназисты побывали на уникальном российском форуме православных следопытов и разведчиков в Суздале «Покров». Главная цель движения – приобщить к вере молодое поколение с помощью походной романтики и совместных добрых дел. На форум прибыли более 200 участников из 20 регионов России, в том числе из Луганской епархии. Это необходимо как воздух, особенно из тех регионов, которых этого нет. Вот это нужно. И чем больше будет таких мероприятий для сплочения, действительно, мы будем знать, что мы действительно не отдельные, разрозненные какие-то частички, единицы. Мы действительно племя русское, действительно, с русским духом. И это будет способствовать становлению, возрождению нашей страны. В трехдневной программе форума проживание в полевых условиях, образовательные семинары, мастер-классы по реставрации и народным ремеслам, подвижные игры, стрельба из настоящего лука и душевные вечера у костра. И, конечно, экскурсии по многочисленным храмам и монастырям древнего города и участие в богослужениях. А еще ребята помогали прибрать городское кладбище и на месте разрушенного храма обнаружили и освободили из земли древние надгробия за хранение младенцев. Мы ходили на кладбище расчищать территорию. Там были могилы, получается, все в растениях, то есть надо было их очистить. Мы расчищали, отпиливали дерево, и, конечно, самое запоминающее было это. Нынешним летом сургутяне прошли скаутское крещение на Всероссийском слете православных следопытов княжества в Уральских горах и лесах, поэтому в Суздале им было легче и обустроиться в палаточном лагере, и включиться в насыщенную, интересную и душеполезную программу фестиваля. Ребята сургутяне нам показали высокий класс в лагере, они были просто вот со всеми включены в общую деятельность, им все очень понравилось, они зажглись, было видно, что у ребят глаза горят, и мы сейчас уже планируем осенью первые встречи уже на земле на Сургутской, потом на Тюменской приехать и помочь организовать эти отряды. Я рада, что сюда попала. Мне очень нравится на форуме. Всякие организации прикольные, всякие там игры подвижные, мастер-классы. Ну, весело. С друзьями рядом находишься, в палатках. Ну, как-то необычно. Я никогда таких еще чувств я не испытывала. Форум – это образовательная программа, которая, получается, помогает узнать очень много нового, сделать очень много добрых дел. Конечно, это очень нужно, особенно таким молодым ребятам, как я. Может помочь в дальнейшем, в жизни. Может, кто-то найдет себе специальность как раз по добрым делам. В следующем году Суздаль отпразднует свое тысячелетие. Православные следопыты уже включились в празднование масштабным джамбори, что означает с индейского «большой сбор». Организаторы также планируют наладить тесные связи с Югрой и Тюменью для развития всероссийского движения следопытов.